Выпускайте меня. Я дойду и дам объяснение. Выпускайте. Вы сейчас совершаете противоправное деяние. Вы в курсе? Вы задерживаете. Я не арестована. Ко мне не предъявляют никакие обвинения. Нет повестки, ничего нет. На каком основании вы меня удерживаете? Объясните, пожалуйста, еще раз. Необходимо объяснение, основание для удержания меня в автомобиле. Да вас никто не удерживает. Вот это что? Я хочу выйти. Убирайте его, значит. Убирайте руки от меня. Смотри, какой хлопец. Что совсем-то беспределите? А вот теперь я объяснение буду писать только по повестке. Вызывайте повесткой, значит. Вызывайте повесткой, я приду с адвокатом и буду давать объяснение. Вы не знаете, по какому вопросу данное объяснение. И что дальше? Давайте все по закону. Вы творите беспредел. Теперь все будет строго по закону. Вызывайте повесткой меня. Вызывайте повесткой. Все. Разговор закончен. Вы можете, вы отказываетесь, правильно от объяснения? Я не отказываюсь, не отказываюсь. Нет, я не отказываюсь. Ну, я не отказываюсь. Что? Извините, вы меня насильно впихивали в машину между двух мужиков непонятных. Да никто вас не впихивал, вы сами сели. Здравствуйте. Я села к вам в автомобиль. Вот эти два хлопца потом с какого перепугу хотели сесть? Да, я понятия не имею. Да что вы говорите? Почему вы бездействовали, когда они ломились в машину? Вот этот вот человек, который не предъявил документов. Вы должны были... Вы кто? Вы полицейский. Вы должны пресекать противоправные действия. В данном случае совершалось противоправное действие. Такое противоправное действие. Вам такое противоправное действие совершалось. Пойдем. Нет, я не отойду отсюда. Я имею право здесь находиться. Я понимаю, что вы имеете право здесь находиться, но по поводу объяснения вы можете дать? Я вам сказала, теперь только все согласно пунктам закона. Если вы хотите беспределить, беспредела не получится. Пойдемте, пока есть время, объяснение возьмем. После 2 часов все объяснения, до 2 нельзя. Можно? Нет. Пойдемте. Нет. Вот после 2. Почему до 2 нельзя? Ну потому что... Религиозное убеждение. В 2 часа помолюсь и пойду с Богом объяснение давать. Не нарушайте, пожалуйста. Вы кто вообще? Вы кто? Вы-то кто? Подходите? Вы кто? Я не нарушаю. Куда я с вами? Вы кто такой? Вы кто? Еще раз говорю. Вы кто? Вы на каком основании говорите? Пойдемте. Вы кто? Предъявите удостоверение. Есть материал у человека. Вы кто? Еще раз вам. Вы кто? Ко мне дворник подойдет, будет говорить, что есть материал. Вы да, кто? Да. Вы обязаны. Я здесь, закон о полиции знаете? Знаю. Соблюдайте. Еще раз говорю, здесь сейчас проводится мероприятие, пока отойдемте, проверит собачка и так далее. Вы еще кто? Раз говорю, проверит. Все, до свидания. Понятно. Ребят. Непонятный мужчина собирается, не знаю, какие-то претензии ко мне предъявляет. Это не претензии, это просьба. Вы кто? Да. Вы представьтесь, говорю, я готова повиноваться законным действиям полиции. Вы кто? Я не полицейский, еще раз говорю. Так а вы когда, как, подождите, какого? Подождите, пожалуйста. Вы не полицейский, ко мне любой дворник может подойти и сказать, пойдемте объяснение дадим. Извините, но вы не священник, чтобы я ходила перед вами там, исповедовалась. Вы отказываетесь, да, объяснить? От чего? Вам, конечно, вы кто? А мне не надо. Мне зачем? Давайте сами так вопрос. А я говорю, что я не отказываюсь. Давайте по закону все делать. Вызывайте повесткой, значит. Вы готовы дать объяснение по данному материалу? Конечно, правильно? Готова, да. Правильно. Повестку, пожалуйста, с адвокатом. Приду, дам объяснение. Понятно. Когда вам будет удобно получить вашу повестку? Вам наручно или по почте отправить? Можете по почте отправить, вы знаете адрес прекрасно. Вы знаете мой телефон, вы все знаете. Какие проблемы? Да нет никаких проблем. Просто сейчас бы вопрос этот решили и закрыли. Вы делаете все по закону. Да, вас не беспокоит. Да, более. Да. Вы сами же прекрасно все понимаете. Никаких каких-то конфликтных ситуаций. Я заметила, как вы не хотите.
конфликтных ситуаций. Поэтому не знаю, как нужно решить этот вопрос. Нет, не отказываюсь. Все по закону, давайте. Сейчас напишем. Вас никто никуда не садит, никто не удерживает. Вот лично я и вы. Угу. Сможем отойти немножко туда, в сторону? Нет, не сможем уже. Только здесь. И то только сейчас, здесь. Извините, я в стрессовой ситуации. Угу. К сожалению, не могу отдавать полностью отчет в своем мыслительном процессе. В действиях могу, а в мыслях вот... Могу забыть что-то, вообще не помнить. В таком стрессе, когда, извините, вы пригласили, да, в машину, я согласилась дать обвинение, после объяснение, и после этого ко мне ломились два мужика, один сел и второй с другой стороны. Извините, какого хрена он вообще ломился? На каком основании? Вот этот вот непонятный кадр. Кто это? Какие-то объяснения требуют. Просто для себя нужно определенное понимание. В данный момент? В данный момент, да. Ну, в данный момент нет. Но от объяснения я не отказываюсь. Все, я понял, что я вам